Спасибо. Я хочу особо поблагодарить Еремеева Никиту и Гаплыханова Артура за то, что они нашли время поддержать нашу семью, поддержать своих партнеров. Что может быть семьи дороже? Теплом встречают отчий дом. Здесь ждут тебя всегда с любовью и провожают в путь добром. Отец и мать. Если я надену шляпу, буду походить на папу. Отцелуют маму.
семья Дерендяева, Сиринский муниципальный район. В некотором царстве, в горнозаводском государстве, живет у нас одна семья, очень дружная она. Жильцов в семье и ровно 5, можно всех сейчас назвать. Мама, папа, 2 сыночка и еще красавица дочка. О них сейчас мы вам расскажем и на сцене все покажем. Я в детстве спортом увлекался, футбол играл и на коньках катался. Любил и в теннис поиграть, ну и, конечно, побеждать. Я из далекого Тольятти приехал в гости в Пермский край. Родители отправили, сказали, езжай, сынуля, отдыхай. Дедушке поможешь, друзьями отдохнешь. В общем, весело и классно время проведешь. И как-то вечерком по улице иду, и тут я встретил Лилу, красавицу мою. Я росла в большой и дружной семье. Вместе мы были всегда и везде. Власть из армии, Лидочка, меня. Решили пожениться, такие вот дела. Потом сынок родился, Кирилла нарекли. И Дима появился, вместе что просли. Мальчишки наши ходят в бассейн, карате. Друг другу помогают во всем, всегда, везде. Мы, ребята, боевые, и под силу нам вполне все рекорды мировые подарить своей семье. Мы растем достойно смены, всем известности, спортсмены, спорт наш самый лучший друг, удивляет всех вокруг. В чем счастье, знают все на свете, каждый твердо сможет дать ответ, что делают счастливыми нас дети, а не в оконце лучезарный свет. В нашей семье пополнение, долгожданный день рождения наконец-то наступил. Бог нам дочку подарил. Настя, Настенька, Настюша, наша милая девчушка. Все красиво, поле, море.
Я на свет, и во сне мы день за днем в частном доме все живем. А в сарае куры, гуси, ну прямо как у той бабуси. Вспоминаю из печали, даже кроликов держали. Для нас, детей, детский городок на ней. С вами красили, творили, сказку в гости пригласили, чтоб ребятам не забыть, как интересно можно жить. Благодаря живам опять нам пришлось тебя заснять. Дети с радостью снимались, сами мы не догадались. Остальное — огород, где картошка, лук растет. Огорошек и редис у нас в семье всегда на лис. В теплице все растет подряд. И баклажаны, и салат, и помидоры, огурцы, и дынь с перцем, молодцы. Там еще кто-то подрастает. Я сегодня в фас и в профиль вам представлюсь, как картофель на ура. После окончания огородных работ печем с детьми картофель. В огороде. И сидит она без дела, совсем справиться умел. Миры знают, рукавички надевают и колючек избегают. Мечтами же стать. Есть свои обязанности. Покормить домашних животных яйцами и совершить на огороде несложные работы. Уважай на огороде, я жду на огороде. Вот какая помощница. Завести попугая. Вот мы с вами прогулялись, от души проголодались. Мы хотим исполнить песню с вами, а жюри пусть угощаются нашими плодами. Счастливый, в том садочек добрый час, я так счастлив.
Необычно называться. Отлично! Я знаю такой город! Калина, ты со мной? Конечно. Тогда поехали!
Будьте добры, аплодисменты, семья Хохловы! Площадка, последнее конкурсное выступление. Семейная команда Ловашевы, Верещагинский муниципальный район. Будьте добры, подарите им аплодисменты и ваши улыбки. Семейная команда Ловашевы. Всем добрый день. Позвольте вам представить свою семью. Пока нас ровно 6. Но если рассудить и здраво, и толково, резервы быть семья у нас, конечно, есть. Вчера фарфоровую свадьбу мы отметили, семейной нашей жизни 20 лет. Когда промчались годы, не заметили. И верим, что счастливее нас нет. Мы сестры Саша, Маша, Вероника, Надюшка младшая, как солнышко у нас. Хотя заслуги наши невелики, еще мы учимся. И место нашей службы – университет и класс. Любим папу, очень любим маму, свою деревню, речку, лес и луг. Для нас таким родным и близким самым уже с пеленок стало все вокруг. Здесь папу знают, здесь нашего папу с рождения знают. Деревня наша, как известно, не Париж, не по одежке, пожалуй, ни один секрет не утаишь. Он пчеловод. Своих крылатых тружниц не меньше любит, чем свою семью. С весны до осени он очень нужен им. Они ему взамен прекрасный мед дают. Наш папа сам добротный дом построил. Он успевает стараться везде. Из дерева он может сделать многое. Картины пишет маслом на холсте. Еще мы строим храм. И все уверены, не так уж много времени пройдет. При теме, кто живет на свете с верою, тот храм все двери скоро распахнет. А мама наша городской считалась, хоть в городишке невеликом родилась, но вот в деревне навсегда теперь осталась. И думаем, как раньше говорили, прижилась. Она преподаватель в нашей школе, теперь и завуч, должность-то не мед. Нужны терпение, силы, знания. Поверьте, мама очень устает. Но все же находит силы для творчества. Прекрасно вяжет, вышивает, шьет, проводит праздники, а на районных конкурсах еще и замечательно поет. И по хозяйству мы помочь стараемся. Посуду вымыть и обед сварить. С Надюшкой нянчимся, по дому прибираемся. А можем и корову подоить. Дочурок тоже не обидел Бог талантом. Все обожают спорт, танцуют и поют. И пусть не виртуозы музыканты, концерт на фортепиано порою выдают. Чтоб крепкою была семья, она основа, надежда и опора всей страны. Девиз семьи – не унывать, ведь в жизни может всякое случиться. Не стыдно что-либо не знать, а стыдно не хотеть и не учиться. Не теряй свои.
вышки семейной команды. Большой концертный зал. Через 10 минут там начнется церемония награждения участников.